английский парк – синоним образцового. Лондонский Кенсингтон парк – это школа стилей под открытым небом. Он состоит из двух частей – регулярной и естественной. Начнем нашу прогулку с регулярной части. Ну какой регулярный парк без самой важной его части – партера? Строгая геометрия, единый ансамбль, выверенные линии. Как правило, партер разбивается у входа или рядом с монументальными сооружениями. Особое место в нем отводится газону и центральному цветнику. В данном случае место цветника занято искусственным водоемом. Клумбы, вазы и скульптуры служат его обрамлением. Цветники призваны вносить в композицию торжественность, что им прекрасно удается благодаря лаконичному рисунку и намеренно ограниченному, если не сказать скупому, набору цветов. Самые высокие растения, их еще называют фокусными, размещаются в центре на равном расстоянии друг от друга, а самые низкие – бордюрные по краю. В регулярном цветнике все растения должны цвести одновременно, а четкие границы между посадками и газоном подчеркивают отсутствие любых следов естественности. Есть у регулярных цветников и недостаток. Даже небольшие пролысины на клумбе нарушают внешний вид композиции, поэтому надо всегда иметь в запасе растения на подсадку. Форма фокусных, то есть, напомню, самых высоких растений с их серебристыми рассеченными листьями, как бы повторяет форму струй воды фонтана, разбивающихся на множество алмазных брызг. Самые прекрасные сады и парки часто сравнивают с музыкальными произведениями. Парадные регулярные парки с их застывшими формами располагают к созерцательности и нуждаются, конечно же, в торжественной музыке.